Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Карбончик. Сегодня продолжаем играть в метро 2033 Redux. Поехали. Вообще, по идее. Ну ладно, пошли. Слишком много голосов, неудобно говорить. Встал, пошли. Никто меня не слышит. Теперь меня пустило, да? Будто сам не знаешь. Ну давай, пульки и проходи. Я уже Михи забашлял. Но мне-то ты ничего не платить. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Выжить меня кто-нибудь. Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам. Прикройте меня. Черт, ненавижу это. Ой, обжигается. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Люди, если вы живы, ответьте. Ребенчик, слышите? Это Москва. Прием. Да вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Подвиньтесь, я в костре стою, пидорас. Удачи. Спасибо. Надо валить отсюда по-быстрому. Наверх пойдем? Серьезно? Кусок, держи его! Держите! Пошли, пацанчик. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». Очень забавно, на самом деле, вот это все свидеть. Я просто этого всего не помнил в игре, когда играл, но в книге, на самом деле, Бурбон умер в том самом туннеле, где мозги пошли на бикрень, где начало накрывать, вот, там же Бурбон умер, и... По сути, Артём просто тащил его на себе, а потом его просто бросил в общую яму, ну, там, где умирают, где, куда бросают всех, кто умирает в метро, грубо говоря, потому что где хоронить-то особо. Поэтому то, что сейчас он с Бурбоном, первый раз поднимается на поверхность, это очень странно. Ну, ладно. Зато интересно, ну, типа, какой-то отдельная инфа. А теперь будь очень на стрёме. Мы еще и при свете дня выходим, твою мать. В книге считают, что при свете дня вообще опасно. А вот быть. И счастливые, мля, жители этого райского городка. Тараканы? Сталкеры. Эти черти дерзкие. На поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Твою мать. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастерят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Забавно получается, что... Ну, то сейчас то, что вообще в книге не было, что отдельно. То есть сейчас происходящее в игре абсолютно... Спасибо, братан. Ого. Прикол. Я обосрался. Ой, а где ты? Ты со мной пошел? Эй, бурбошка. Пойдем. Ну что, готов? Тогда да. Двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим. Мы когда базарились. Днем вылазит, такие тварюги днем лазят по Москве, нереальные просто. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель.
Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Домой. Если покуришь. Давай, прыгай, я тебя поймаю! Прикол. В радиоактивной водичке сейчас буду плюхнуться. Да что ж мне так не прёт-то, а? Придется тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция Ордена. И не тормози. И главное, Артём, главное, не ешь жёлтый свет. Какого хрена? Да, вообще на самом деле находиться в Москве днем нереально, потому что насколько, ну, по идее, это очень опасно, как минимум, да и на солнце смотреть тоже, типа, нереально считается. Вот то, что сейчас мы смотрим, это вот вообще не канон совсем. Куда идти? Сюда? Как-то я попаду-то. Может, тут не можно пройти? А, вот. Самые твари, которые описываются в книге, они встают, воют, смотрят на тебя такие спокойные, постоянно. То есть не нападают, правда, сразу по одному. Там они нападают только глупые, конечно. Это оружие стреляет 2 патронами хуже, чем одним, блин. Откуда эти брюки? Откуда он видит из больших людей? Не по... Может из-за того, что фильтр надо поменять срочно? Может поэтому он так глючит? Да, конечно. Вообще, ой, зря это сделал. Автомат-то, блин.
стрёмно. Вообще, по идее, тут такие твари должны власти громеннейшие просто летом, что. Ну, типа, вернее, летом. При свете. Здрасте. Он что-то мне говорил, да? Я просто не понял. Или он сейчас кушал так меня? Он, наверное, так кушал. Я, наверное, не понял, что он так кушает меня. Странно, сейчас они умирали с одного выстрела, да это вообще не хотели. Так, нужно было Е чаще крепить. Какой симпатичный, правда? Прикол, чей это лицо? Разработчика, наверное, кого-нибудь. Наверное, одного из разработчиков. Блин. Потратить с патроном, блин. Штук, который убивает почти с первого раза. Еще и бесшумно. Как сюда на руку-то я забыл. Да не надо так делать. Стой, не меняй. А вот. Я не понимаю. Не было у него такой степени способности. Хотя, конечно, в голове можно представить. Сюда, что мне надо было? А, ясно, куда. Здрасте.
воевать с вами я не буду. Как же мне тебя обойти-то? Должен съебать же, по идее. Ого, тут стрелял. Какой псих, блядь. По воде не пойдем. Нет, 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 по водичке мы не пойдем. Не говоришь, что у меня нет выбора, блин. Да в смысле, блядь? Что за херня? Куда идти-то, блин? Не по воде же. Конечно, нет. Что вернет обратно, да и все. Точно, не по воде. Отстаньте, пожалуйста. Что тебе надо, старче? Еще одна растяжка. Откуда их здесь столько? Что, Хантер? Это слишком странно. Ну да ладно. Нервничаю немножко, честно говоря. Не знаю почему. Вроде ничего сложного, но... Солнце. Вообще, по идее, на него нереально смотреть, потому что атмосфера была уничтожена тоже взрывом этим, и оно жгет, пиздец. Особенно глаза. Особенно глаза метрожителя. Ого. Ну ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Почти! Почти пришли, еще один двор остался. Прикол. Мы соединились. Давай вперед, Лига.
дерьмо! Слышишь это? Давай понемногу отходить. Слышу. Двигаться надо тут. Вон эти уроды! Бери право! Главное... Помнишь? Главное, желтый снег не есть. Помнишь? Будем с угла работать. Солнце патрон, брат. Таким звуком мы должны привлечь еще обычного твари побольше, чем эти пиздюки. Странно, что мы так спокойно орудуем на улицах Москвы. Они не были такими опасными, и можно было прям, ну, группу людей ходить там на чистке, грубо говоря. Так вот. Мне очень тогда прошло в полной мере, насколько действительно опасно здесь находиться. Ёб твою мать. О, она меня схватила? В книге не было совсем. Она сейчас абсолютно придуманная история. Мы возвращались в метро. Прописали Бурбону больше сюжет, короче. Спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Такие же, как он, да? Слушай, ну, сюда. Неплохой чувак. Станция вот под контролем братвы, но неправильный. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю! Ладно, ты тут обожди. Сейчас что-то первый будет. Пошел. Все норме. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. Хозяин, так не хозяин. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Даже не стали чекать, вдруг еще кто-то есть. Портфельчик оставил свой, кстати. Глянь, а там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Вроде он должен патрон использовать такой, как калаша. Ну-ка. Да. Вот и калашик. Подарен. Ближний бой, интересно, как реализован. А след мало осталось. Вот он, падла! Вот!
Странно, вроде стрелял в голову, кстати, в первый раз. Я не понимаю. Так, включаем фонарик. Вообще, с книги тяжело было сделать шутер, на самом деле, особенно с первой половины этой книги. Чего? Не тут сидит. Ладно. Ой, кстати говоря, надо его на дробовик поменять. Он нахуёвый. Это дробаш-то попёжже, он многозарядный. Вот. Потому что там половины... первой половины книги вообще ни одного патрона не было Артёмом потрачено. Первый патрон был потрачен в воздух для того, чтобы привлечь внимание. То есть... каких-то там валить мутантов или чё, чтобы этого речи вообще никакой не шло. Так, кстати, туда надо сходить. Блять. Если даже не пройдешь нигде, да? Ну да. У дробовика вроде есть какие-то огнестрельные на патроны. Почему с калаша у меня патроны горят? Револьвер, да? Жестко мы маковкой занимаемся. О, блин. Хавку куда-то пнул. С хавкой так не гож делать. Что-то там. Шухер! Пацаны, я его прижал! Да, это однако, смотри еще. Кажется, попал. Мне вот не нравится сейчас поведение, конечно, Артем, то, что он тут на полметро кладет, потому что у него в книге после самого такие размышления были, которые я вначале говорил, что типа даже бандиты, даже те же бандиты, все равно это, блин, типа, стоит ли Артем того, чтобы убивать столько народу, столько людей. Люди-то как бы жить хотят, да? Они люди вообще важны, каждая человеческая жизнь важна, как я считаю. В этом долбанном метро, потому что. Блин, людей осталось тысячи вообще. Люди вымирают, так еще и месяц между собой. Вот где самый бред-то. А, я вначале вышел, да? Зачем этот лабиринт был? Бля. А, наверное, там я мог пройти, не привлечая внимания, и даже, может, никого не убивая. Ладно, в чем фишка-то основная. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это Одноглазый или Гонокон? Чё за... Бля, вот как Бурбон у нас умер здесь, да? Странно. Ну да ладно, чё ж теперь. Можешь опустить своё оружие, юноша.
Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Да иду я, иду. Что ж, мудрое решение. Вот так появился Хан здесь, да? Появление Книгин Хана появился иначе. Стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Напарника. Так. Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Карбончик. Сегодня продолжаем играть в метро. 2033 редукс, как раз мы повстречали Хана, и вот сейчас мы выбираемся отсюда. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Если крыс нет, то это плохо. Когда-то сказал Хан, как раз таки не Хан, а именно Бурбон так сказал в книге, то что если нет крыс... Они знают, что мы здесь. О, как раз звук труб. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Это ты прав. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Бурбон говорил, что если в этом месте нет крыс, значит есть что попробовать. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасно. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Намек понял. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. А, ты про тень. Пожалуйста, дерьмо. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Стрёмное дерьмо, однако ж, да? Если тут никого нет, откуда здесь трупа? Я тут даже неплохо одет. Погоди, не бросай меня, стрёмно. Одному. Не надо так. К опасности привык, что человеческая жизнь может оборваться в любой миг. Я видел своими глазами монстров, которые не должны были существовать никогда. Ходил по руинам города, населенного одними мертвецами, но все это было реально, постижимо. А то, что происходит вокруг Хана, находится за гранью моего понимания. Мне неуютно с ним, странно. С ним мне начинает казаться все, что я знаю о мире, о людях, о смерти, о себе самом, все глупости, все ложь. Мне не... Не то, что больше опираться, не на что больше опереться, не на кого положиться, кроме самого Хана. Еще одного случайного попутчика. Или же не случайного. Мама! Где ты? Так, как там достается это? Понял. Что вот под заправлять. О, радиация поперла. Походу не сильная.
Да, да, я иду, иду, иду. Так. В сторону, Артём. Ёбушки-воробушки. Пиздец. Этот тоннель переживает своё прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становится частью прошлого. Звучит дерьмово. Чего не скажешь. Идем же. Идем же. Тут же вообще, тут вообще нормас. Плюс таких мест только в том, что никто реально не сунется. Как бы. Прочитаем эту заметку, давайте. В жизни на поверхности в моей памяти осталось всего лишь несколько обрывков, выцветших фотографий. И я совсем не помню, что поезда раньше умели мчаться по туннелям, громыхать по рельсам, сверкая огнями окон, в которых были улыбающиеся человеческие лица. Для меня поезда — это обломки старого мира, вагоны, которые мы приспособили под свои дома, сложнейшие механизмы, которые разобрали, чтобы смастерить какие-то свои глупые, простенькие поделки. Наш новый мир весь собран из обломков старого, будто наши предки не умерли совсем, а находились незримо рядом с нами, приглядывая за нами. И следующая страница, как на нее переключиться. Куда я полез? Вот. Заброшенная. Так, это одна из двух. Наверное, сейчас найти следующую страницу, буду предполагать. Ну, это такое, знаете, что-то схожее из книг, на самом деле, немножко перефразированное и укороченное, то, что было в книге, чтобы дополнить... Замри, смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Вижу. Ступай за мной. Но не отходи ни на шаг. Они пропустят? Кастанай лапио астериум манта. Ты гонишь. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Ёбаный маг-волшебник. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Погоди, почекаю, у вас тут что есть? Ладно, иду, иду, иду. Все, я здесь. Ну мало ли, вдруг там что лежало. Что такое? Почему ты делаешь именно вот так? Ты меня сейчас заставляешь нервничать, чувак. Ну что ж, ребят, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, там подписываться на канал, там вот колокольчики нажимать. И увидимся в следующем видео, в следующей серии. Надеюсь, ждете. Всем пока. Всего доброго.